стороне, короче. День рождения же будет 20-го. Сказано, а мы сегодня новым пополнением и довольно приятным пополнением предложим вам нашу новую праздничную программу, посвященную, как я уже сказал, 78-летию Аркадия Северного, если бы он был сейчас жив, а он всегда жив в наших сердцах, и хотелось бы побольше молодежи, если в другой раз будем устраивать, наверняка будем устраивать и в этом помещении. Берите с собой молодых, чтобы они тоже любили и помнили Аркадия Северного, который фактически является явлением, не просто каким-то певцом, а его он уже ушел от нас. В 80-м году прошлого века, но вот видите, помнят его и любят, и так будет всегда, потому что это не просто певец, в то время была масса певцов, но их уже просто не помнят. А он жив, жив в наших сердцах. Выпущена масса пластинок, сейчас уже, может быть, 10 подходит. Количество компакт-дисков больше сотни. Снята масса фильмов, написана масса книг. И все это говорит о том, что это явление, которое зародилось с его появлением, вот именно неформальная песня, и не надо путать ни с бардовской, ни с этим шансоном, так называемым, мы совершенно другое. И это будет продолжаться, я уверен, поэтому я буду рад и вам признателен, если приведете своих молодых друзей, которые тоже могут увлечься этой музыкой, настоящей музыкой, можно сказать, не только русского народа, но и еврейского, и какого угодно. Потому что основа вот этого стиля – это одесский джаз. И это до сих пор живет, и, слава Богу, будет жить. Ну, сейчас я хотел бы вам представить ансамбль, который впервые выступает на этой сцене. Ансамбль имеет название Леня Лонжерон. И хочется вспомнить текст из Кейптаунском порту. Там, один гигант француз по имени Бенус хотел уж было склянки отбивать. Ну, мы забыли, что нам сегодня у нас в основном морская компания собралась, что склянки отбить не на чем. Можно, конечно, бутылками постучать друг от друга. Но будем считать, что в следующий раз они принесут колокол,
и мы будем начинать наш концерт с отбития склянок. Прошу ансамбль занять свои места и исполнить первую вступительную мелодию. Получаем приглашение на замечательное мероприятие, посвященное дню рождения Аркадия Северина. Мы, конечно, тут же в паровоз. И вот мы здесь, прямо из Одессы, в Питере, вокально-инструментальный ансамбль «Леня Лангерок». И этот концерт посвящается Аркадию Дмитриевичу Звездину Северину, которому бы сегодня, именно сегодня, исполнилось бы 78 лет. И начнем мы, конечно же, песню «За Одессу, маму». Поздравляю! Thank you.
спальни. Не то, что это одесская шпанами. Да ты представь себе, просто из спальни. Не то, что это одесская шпанами. Мы этой ночью среди старости и дюка и увезем его с собой в Амстердам. Тут я не выдержал, сказал, что больно, сука. А ты цунами грабить я тебе не дам. Я снял пиджак его и снял с него колеса. Теперь можно ехать дальше в Амстердам. Купил мне папочку, жилетку, он так хороший. Уже он понял, что стрелец не по годам. Дорогие друзья, у нас сегодня концерт «Счастье бабушки». Он посвящен мероприятию, о котором вы уже все знаете, поэтому мы уступаем сцену и продолжим дальше через нескольких исполнителей. Не расходитесь, все будет хорошо. Господа, я вижу, спасибо. Вы имеете правильный настрой для сегодняшнего концерта. Чтобы поддержать этот правильный настрой, я объявляю нашу звезду Дениса Стрельцова, который поднимет тонус данного предприятия еще выше, надеюсь. Значит, естественно, мне очень приятно, что Рудольф сегодня меня пригласил. Мы уже не первый раз здесь встречаемся. Сегодня аншлаг, я просто удивлен такому большому количеству людей в зале. Спасибо вам, что вы все пришли поддержать нас в день рождения, конечно же, замечательного Аркадия Дмитриевича Северного. Вот, я думаю, что, не знаю, может быть, там во втором отделении что-то вам сделаю под фонограмму, а сейчас, наверное, сыграю вживую абсолютно новые песни. Написал я их совсем недавно, как-то вот выносил тумбочку из-под мебели, из-под обуви на помойку. И вспомнил, как после маминой смерти я выбрасывал там всякие старые чемоданы там, и так далее, и тому подобное. Вот, и вспомнилось, и написалось. Обливалось. Когда выбрасывал я старый чемодан, ах, сколько у него шмоток помещалось. Я вам словами никогда не передам, а сколько в его шмоток помещалось. Я вам словами никогда не передам. Таких вещей сейчас с огнем не сыщешь. Он без колесиков и в общем никакой. Углы побитые со штампиком на днище. Мой дед с войны принес его домой. Углы побитые со штампиком на днище. Мой дед с войны принес его домой. А сколько раз на этой старой крышке мы накрывали сказочный фуршет. И не пойму я, братцы, как же это вышло, что мы все здесь, а чемодана нет. И не пойму я, братцы, как же это вышло, что мы все здесь, а чемодана с нами нет. А сколь поездил он, да повидал немало, и в карты мне на нем всегда везло, а на перроне посидевшего вокзала служил он мне, как подпоручику седлой. А на перроне посидевшего вокзала служил он мне, как подпоручику седлой. Меня сейчас как молнией пронзила, ведь местом Бог
ведь все, что в жизни было, легко вмещалось в старый чемодан. И поняла я, ведь все, что в жизни было, легко вмещалось в старый чемодан. Ах, сколько раз на маленькой старой крышке мы накрывали сказочный фуршет. И не пойму я, братцы, как же это вышло, что мы все здесь, а чемодана нет. И не пойму я, братцы, как же это вышло, что мы все здесь, а чемодана с нами нет. Проиграешь! Знаете, я вчера очень огорчился, тут нашлась моя троюродная сестра, 14 лет ее не видел, сходили на кладбище, там, к матери, к отцу, туда-сюда, вот, и выяснил, что, ну, у нее еще есть старшая сестра, тоже моя сестра получается, что сын воюет в ДНР, причем на стороне Украины. Как-то мне это очень резануло, но... На это у меня есть ответ. Песня называется «Укропская лебединая». Ребятки, потихонечку начинаем так. А евро-укры есть такой народ. Они по жизни ходят задом наперед, чтобы по морде не словить на полпути. Но а на задницу чего-нибудь найти, чтобы по морде не словить на полпути. Но а на задницу чего-нибудь найти. И как сказал достойный муж Гораций, откуда взялся корень всех безумных наций, когда евреи только шли в Иерусалим, козлы оттуда возвращались как один. Когда евреи только шли в Иерусалим, козлы оттуда возвращались как один. И даже негры, мало древности циклопы, никто иной, как загоревшие укропы. А вся Европа, ясно дело, это что? От евро-укров родословную беду. А вся Европа, ясно дело, это что? От евро-укров родословную беду. Сказал Порошенко, мы ломимся в Европу. Они накормят нас и поцелуют жопу. Но это позже, не спешите, мужики. Ну а пока возьмем полного пирожки. Но это позже, не спешите, мужики. Но а пока возьмем полного пирожки. А вот японцы очень много говорят, что арабы все работать они хотят. Построй роботы, чтобы не было нужды. Пускай оттянутся в Европе бараны. Построй роботы, чтобы не было нужды.
тянутся в Европе бараны. Кто-то возмутился, батька, я ей ценю. Да вы вообще там черти потеряли нюх. И молвил тихо, нам машины не нужны. Укропы могут мыть в Европе санузлы. И молвил тихо, нам машины не нужны. Укропы могут мыть в Европе санузлы. Сидят укропы ждут, когда их пряником в Европу позовут. Но тут приходит из Брюсселя малява, укроп в Европе нежелательный продукт. Но тут приходит из Брюсселя малява, укроп в Европе нежелательный продукт. Там на Майдане и есть большой плакат: «Бендера, вдруг все, мать твою, Бендера, брат!» По европейским меркам он почти герой, но не берут опять Европу ни морой. По европейским меркам он почти герой, но не берут опять Европу ни морой. Тут возмущался президент Обама, скакали хлопцы только на Майдане. И извинялся Порошенко, как холодей, скакать попробуем повыше и быстрее. И извинялся Порошенко, как холодей, скакать попробуем повыше и быстрее. Но это ладно, ведь есть программа по спасению страны. Вы только малость погодите под собрем. Мы у России газу не возьмем и всю страну согреем собственным теплом. Мы у России газу не возьмем и всю страну согреем собственным теплом. Поскольку напрочь запретим картошку и раздадим все по зеленому дорожку. Еще Обама с Меркель занесут в общак, и будет все у нас в укропе и ништяк. Еще Обама с Меркель занесут в общак, и будет все у нас в укропе и ништяк. Спасибо, но я ответил своему троюродному племяннику. А именно к нашему старому, доброму рок-н-ролл. И в лице моем вы видите одного из основателей рок-н-ролльного движения 56-го, 57-го, 58-го годов, а именно нашего подпольного клуба рок-н-ролла, который был разгромлен во времена Романова еще и прочего. Регулярно из этого клуба людей увозили на воронках. Ну, это старая история, но это еще задолго до возникновения официального, запущенного комсомолом клуба рок-н-ролла. Это был настоящий рок-н-ролл. Сейчас я хочу сказать несколько слов. Мы проектируем, вот наш клуб неформальной песни, мы проектируем возрождение этого старого истинного рок-н-ролла, не комсомолом насаженного, а рок-н-ролла, который пришел к нам с другой стороны океана, из той страны, где я сейчас живу. И это помещение, мы его недавно разыскали, где этот был старый клуб рок-н-ролла. Вот я хочу поднять на сцену будущего директора этого музея. Подойди сюда, Нэтсон, иди сюда. Познакомлю вас, он позже выступит со своей песней об Аркадии Северном. А сейчас я вам просто хочу познакомить нашего замечательного
соавтора, и он будет заведовать вот этим помещением будущего подпольного клуба рок-н-ролла 56-го года, где все стены будут обиты пластинками, вернее, конвертами от настоящих пластинок, где будет звучать настоящий рок-н-ролл. И, кстати, должен вам сказать, я хочу восстановить старый праздник, день рождения рок-н-ролла. Он совпадает с днем смерти Аркадия Дмитриевича Звездина, 12 апреля. 12 апреля 1954 года на фирме «Декка» был записан первый рок-н-ролл в исполнении Билла Хелли и его ансамбля «Кометы». Это явление уникально в том, что оно изменило жизнь человечества. Когда появился рок-н-ролл, жизнь стала другой. И сейчас вот эта жизнь, которую мы имеем, является инерцией вот этого возникновения рок-н-ролла, то, что было в 1954 году, когда администрация Декка услышала первое исполнение «Rock Around the Clock», у них волосы стали дымом. Они решили спрятать это исполнение вообще от музыкантов, от всего мира. И вышел фильм «Джунгли на асфальте», вот там в титрах он там звучит. Через год его перезаписали, в 1955 году снова, и вышел сингл на 78 оборотов, с которого и начался рок-н-ролл. Так вот, сейчас я приглашаю. Спасибо тебе. Ура! Сейчас я приглашаю к вам старого рок-н-ролиста, моего ближайшего друга, с которым мы активно работаем на YouTube. Александр Травин, запомните, все наши песни, совместные дела, все концерты может увидеть в его исполнении. Запомните, YouTube Александр Травин. Вот сейчас вам этот наш старый рок-н-ролист, видите, он так и выглядит, как выглядел когда-то. Кстати, и Мерсон также выглядит. Так вот, сейчас надо исполнить пару рок-н-ролльных номеров, чтобы просто разрядить обстановку. Прошу внимания. Вам всем привет из конца 60-х, начала 70-х. Я, вы знаете, я, у меня всю жизнь я был доцентом, преподавал, поэтому я вообще не играл, с тех лет уже не играл, с конца, начала 70-х годов. Ну, я попытаюсь что-нибудь изобразить, конечно. Вот. Я хотел бы вот что сказать, я боюсь, что потом Анатолий Израиль потом забудет. Дело в том, что мы отмечаем какую годовщину рождения Аркадия Северного? Сколько лет ему? 78, совершенно верно. А дело в том, что сейчас еще день рождения его дочки, вот она здесь сидит. Саша, встаньте, пожалуйста, вот. А ей 19 лет вот исполняется. Ну и мы когда с ним еще лежали, как, а у меня как с 8 марта мы решили как-то это все объединить, я боюсь, что ты потом забудешь. Ну, кстати, вы говорите, а я, вы знаете, мне к своему стыду, я не знал, кто такой Аркадий Северный вообще. Но меня поразило другое. Это редко, это вообще редко бывает, конечно, когда он мне подарил книгу, посвященную Аркадию Северному. Я читаю, я буквально... Нет, я слышал эту музыку, конечно, просто я никогда ей не увлекался. И я смотрю, да, Аркадий Северный, ты умер в моем доме, в котором я жил. Представляете, это же неспроста все в жизни бывает. В моем доме, это Анников проспект, дом 9, сейчас проспект Блюхера называется. В моем доме мы одновременно в это время жили тогда. Девятиэтажка. Представляете? Да, совершенно верно, девятиэтажка, да. Мы жили в одном доме, а я и не знал, что я научился рядом. Вот так, да, поэтому в школе мы потом обсудим с тобой, да. Вот. Вы знаете, я, конечно, сейчас не совсем, понимаете, одному играть рок-н-ролл трудно. Ведь дело в том, что я вообще не люблю такие вот собрания, с большей простой причине. Потому что когда мы играли в конце 60-х, у нас залы были битком набиты, у нас по 500 человек, и стекла ломают, били стекла, народ лез, а время сейчас немножко другое. Вот, так как я всю жизнь работал преподавателем, музыкантом, я еще музыкант и тоже такой, наполовину самоучка, так скажем, грубо говоря. Поэтому я попытаюсь вам сыграть. В то время, как в 69-м году, кажется, правильно Рудольф Федорович сказал по поводу рок-н-ролла, в 69-м году кто-то подумал, что рок-н-ролл умер. И Creedence Clearwater Revival написала много своих песен. И Creedence Clearwater Revival, так, по сути это дело, это вера в чистой воды возрождения. Представляете, сколько лет прошло, да, рок-н-ролл. А рок-н-ролл, тем не менее, жив, конечно, до сих пор.
Я попытаюсь вам сыграть скрининское ударивайло, и потом еще есть такая, придет симпати. Ну, вообще-то много можно играть, но я попытаюсь. У меня колодочки маленькие, естественно, то они же пойдете. Еще сейчас отвечу. В 69-м году я услышал фантом. Все слышали фантом, да? Ну я вот попробую вам фантом исполнить. Да. Откуда песня, никто не знает, где-то она с 53, еще где-то с конца Корейской войны. Авторов никто, к сожалению, не знает, и в Википедии, об этом много написано. Вот попробую сейчас. Все-таки русский рок-н-ролл основан на бардистике, на текстах бардов. В отличие от американского рок-н-ролла, на слова и нагрузки, которым равна нулю,
смысловая нагрузка русского рок-н-ролла, она несет определенный смысл, и поэтому все значение и все качество рок-н-ролла зависит от этого. Сейчас я вам хочу познакомить с человеком, он недалеко сидит, который 40 лет ждал момента подписания вот этой пластинки. Я вам хочу объяснить, эта пластинка Аркадия Дмитриевича Звездина, Северного, выпущена в самый разгар советской власти. Выпуск этой пластинки явился причиной моего первого приезда после 10-летнего отсутствия. Меня пригласила фирма «Мелодия», чтобы с моими материалами, с моим одобрением выпустить эту пластинку. Ну вот, человек в свое время купил, а сейчас вот дождался, как он говорит, 40 лет ждал. Иди сюда, я при всех сейчас подпишу результат 40-летнего ожидания. Вот, как бывает на свете, что ему написал. День семидесятилетия со дня рождения нашего незабвенного Аркадия Дмитриевича Северного, Мещанинова Валерия Владимировича, на добрую память от автора этого диска. Вот я сейчас подпишусь. Два слова неожиданно. Вы не подумайте, что это все приготовлено. Здесь дело чисто... Я очень далек от всего этого был, но 40 лет занимаюсь, нравится мне блатная песня, и в том числе и Северного. Хотя начинал я с Высоцкого, знаю почти наизусть. Вот сегодня так получилось, что я, когда был приглашен на это мероприятие, очень уважаю человека за его, в первую очередь, его литературный дар. Понимаете? Я купил случайно эту пластинку. Не то, что случайно, она не попалась. Я не ехал на ее ногу, а потом смотрю. Она у меня есть, это вторая пластинка уже. Абсолютно в идеальном качестве. Я думаю, я приобрету ее, и у меня будет повод познакомиться с человеком, который посвятил всю свою жизнь этой теме и столько сделал. Я очень рад и счастлив. Я должен сказать историю возникновения этого феномена. Дело в том, что я всю жизнь собирал вот таких исполнителей. Ну, это были такие средние довольно исполнители, некоторые из них талантливые, некоторые не очень. А вот в Москве был великий Владимир Семенович Высоцкий. И мне было досадно, что в Петербурге, то есть в том Ленинграде, не было такого вот сильного исполнителя. Поэтому я поставил своей целью найти такого талантливого человека. И вот в результате всех этих поисков появился Аркадий Дмитриевич Звездин, который пришел ко мне студентом Лесотехнической академии. Пришел совершенно по другому поводу, по литературному. И когда он случайно в руки взял гитару, которая висела на стене, я понял, что наконец свершилось. У нас в Питере есть достойный соперник. И он действительно какое-то время конкурировал по популярности, конечно. Он не мог конкурировать как поэт, потому что он ничего не писал. Все, что он пел в тот момент, когда я с ним сотрудничал, было написано мною. А Владимир Семенович, конечно, гениальный поэт. И, конечно, никто сравниться с ним не может и сейчас. Но в тот момент по популярности был момент, когда вот Кукин об этом рассказывал, когда они вместе с Высоцким шли по улице, и из разных сторон улицы раздавались песни то Высоцкого, то Северного, и закон. И Высоцкий спросил этого Кукина, а кто это такой? Кто это? Почему? Почему перебивает мою песню? Кто-то говорит, это Северный. Вот в тот момент как раз он и узнал об этом, что есть такой Аркадий Северный. А сейчас я приглашаю на эстраду настоящего поэта, ныне действующего, члена Ассоциации писателей, теперешнего общества поэтов, Владимира Холменко, который прочтет вам стихи, написанные
настоящим поэтом, не каким-нибудь таким любителем, посвященным. Что вам сказать, дорогие мои, по поводу моих обращений в адрес Аркадия Дмитриевича? Я написал ему песню, она в Ютубе звучит. Я вам ее прочту, просто петь не буду. Не прихватил гитару, но суть не в этом. В свое время бытовала такая версия, что Аркадий Дмитриевич трудился на Ленинградском ликероводочном заводе. Но это был один из мифов, как положено у нас в России, матушки. Преамбулой я прочту вам такое стихотворение. Называется «Разливчик с ликероводочного завода». Был разливщик на ЛВЗ. Он закалку имел приличную, но подвержен был ОРЗ. Приносил все листы больничные, а начальник в них сомневался. И однажды разливщик скончался. Что душа его претерпела, все в словах на камне пестрело. И кто водку с ним разливал, подходя к могиле, читал: «Вы смеялись, вы были злы, я страдал, от обиды всхлипывал. Убедитесь теперь, козлы, что больничный мой был не липовый». Да чего ж широка география, Аркадия Северов. Может быть, я с ним связался на битах один раз на пляже в Сестровинске. И вот на эту тему стих песни. Эпиграфом к стихотворению стоит фраза Валерия Шорина, который был свидетелем кончины Аркадия Дмитриевича. Его слова: «Я подхватил его и отнес на диван. Он и весил-то всего 30 килограмм вместе с ботинками». Валерий Шорин. Памяти Аркадия Северова. Сестрорецк, Сердцеецк, Жидорецк, балагурил дедок чуть поддатый, мол, гостил у него здесь певец, через месяц стал названным братом, самородок был, неказист, пусть не самородок был, пусть неказист, но под ритмы жемчужных братьев малым гномом большой артист трепыхался в людских объятиях. Наш вагон мерно стыки считал сестрорецкой однокалейки, старичок коньячок глотал, газетенкой прикрыв наклейку, вдруг изрек: «Ленин здесь, в шалаше, Марсельезу картавил вороном. Это что же, 100 лет уже Сестрорецк колыбель шансона?» Да, да, точно, 100 лет уже Сестрорецк колыбель шансона. Так Аркадием Северным биты были карты все одесситов. Юморной столице конец, нынче стольный град Сестрорецк. Членов нашего клуба, приглашенных людей. Сейчас хочу представить вам нашего гитариста гетманского Юры. Где Юра? Не вижу его. Юра! Юра гетманский. Где он? Найдите его. Точнее, две. Одну из них, вторую.
Я даже спею, попробую озвучить тоже. Я расскажу. Все вы, наверное, знаете «Грустный Бэби» эту вещь. По-английски это звучит «My Melancholy Baby». Вещь знаменитая, она вошла в 12 лучших произведений эстрады 20 века. Она была задействована в трех фильмах. Самый главный из них – «Судьба солдата в Америке», может кто-то видел, шел у нас на экранах в качестве трофейного фильма. А в Америке это называлось «Трое в одной воронке». Так вот, сейчас он исполнит «Flying to the Moon», это значит, надеюсь, что все это понимаете, «Летим к Луне». Юрия Германского. Аксенова, который написал одно из своих произведений в Соединенных Штатах, куда он уехал в поисках грустного Бэби, как он говорил. Так и роман этот называется «Поиск грустного Бэби». То есть я хочу вам все-таки дать понять, насколько это произведение
несет большую смысловую нагрузку. Поэтому сейчас нам Юра сыграет, а я, может быть, несколько фраз спою, если мне это получится. Thank you.
Латвия. Значит, я вам должен рассказать небольшую историю. Каландия – это, в общем, старая песня, но до нас дошли небольшие кусочки, отрывки. И я посчитал, знаете, долго реставрировать ее, эту песню. И даже более того, сейчас у нас родилась идея создать игровой фильм об Аркадии Северном. Так вот, я бы хотел, чтобы сюжет этого фильма где-то перекликался с этой песней, которую вы сейчас услышите. Песня реставрирована мною. Виктор Ильин вам ее исполнит. Прошу. Рудольф Фурс, псевдоним Рудольф Рудольф, кто не знает. Ну, попробуем. Клава, 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 песенка моя, что случилось, правда? Клава, Клава, Клавия, песенка моя, что сочинил по правде я, так тебя любя. Клава, Клава, Клавия, где же ты теперь? Клава, Клава, Клавия, никому не верь. Клавия, о сколько жизни у тебя фотокорте. Клавия, я не хочу тебе читать морайте. Клавия, твои глаза радиоактивней радия. Ты увлекла навек Аркадия. Услыхала Клавия песенку мою, и подумал, прав ли я, что я вам ее пою. Ведь она-то молода, а я почти старик. Не сказала она да, и я душой сник. Клавия, о сколько жизни у тебя за декольте. Клавия, я не хочу тебе читать эморальте. Клавия, твои глаза ради тебя, ради. Ты улетел на век, Аркадий. Поведу я Клавдию завтра на балет, подарю я Клавдию розовый букет. Буду вечер весь смотреть только на нее. После я и буду петь песни про свое. Клавдия, о сколько жизни у тебя за декольте. Клавдия, я не хочу тебе читать морлете. Клавдия, твои глаза радиоактивные радио. Ты улика, Аркадий, и придет от Клавды почтовый пакет. В нем письмо Аркадию, а с нами его нет. Дорогая Аркашенька, я пишу тебя. Я не ведала, что смерть забрала тебя. Дорогой Аркашенька, ты живее живых. Среди прочим скажем, ха, среди полей больших. Твои песни будут жить, и тебя народ. Северный Аркадий наш, пусть всегда живет. Задыхайте.
Клава Бия, я не хочу тебе читать, Маргарет. Клава Бия, твои глаза ради и не ради. Ты улика, Аркадия, Аркадий жив, Аркадий с нами, пока мы живы. Ура! Идут на восток, мимо нас корабли, а нам далеко до спокойной постели. Thank you.
Поток лодки не ракета.
вижу, наш Виктор Ильин сорвал действительно настоящие аплодисменты. И Раша наш рок-н-ролльный замес всех трогает. Вы находитесь в вертепе не только Аркадия Дмитриевича, но еще и рок-н-ролла и морских песен. И вот этот замес, он будет дальше, надеюсь, радовать вас. А сейчас выступит наша певица с известной вещью. Сейчас музыкант. Вы сейчас ее узнаете. Она была в трех кинофильмах, в четырех спектаклях. И ваш покорный слуга тоже приложил к ней руку. Я не знаю, сейчас поешь ты этот куплет или нет. Я хотел эту песню подтянуть к Одессе. Поэтому последний куплет об Одессе. Вот, надеюсь, она его споет. И я, так сказать, самозванный автор последнего куплета. Прошу любить и жалко. Thank you.
Ленина. Я забыл вам сказать имя нашей исполнительницы, нашей певицы. Это Евгения Бровкина, она нас еще порадует во втором отделении. Но я хочу продолжить ее мысль. «Привет, мигрант», она говорит. Почему? Она обращается к вам. Мы все были внутренними иммигрантами при советской власти. Поэтому кое-кто уехал, кто ушел мирной, а кто и вообще вернулся в виде меня. Сейчас приглашается наш новый исполнитель. Вот он стоит, на готове. Готов. К броску. Его зовут Георгий Успешный. Прошу меня тяжело. Песня «Волна за волны». Мне досталось доля немало, но и это еще не предел. И достаточно переживания для того, чтобы понять, что хотел. И в стремлении с познанием испытания хотел. Для того, чтобы достичь понимания, много знал, но не все и сумел. И стремление познанием, испытание я хотел. Для того, чтобы достичь понимания, много знал, но не все я сумел. Жизнь ломала и кидала, и шла волна за волной, и неожиданно лом отбрасывала, отдавался я ей с головой. Жизнь ломала меня и кидала, и шла волна за волной, и неожиданно лом отбрасывала, отдавался ей с головой. Что не сложно и не забыточно, ради этого стоит и жить, чтобы жизнь прожить без ошибочки, жизнь любить ее не вторить. А судьба мне готовит сюрпризы, что становится так тяжело, и не терпит любые капризы просто души я моего. А судьба нам готовит сюрпризы, что становится так тяжело, и не терпит любые капризы простодушие твоего. Жизнь ломала меня и кидала, и шла волна за волной, неожиданно в омут бросала, отдавался я ей за головой. Жизнь ломала меня и кидала, и шла волна за волной, неожиданно в омут бросала, отдавался я ей за головой. Для кого-то она избалована, кто не знает чему-то предел, и живет этим всем околдованным, мало в жизни познал и сумел. Разлагается незаметно и влечет за собой других, а в итоге мы слышим горький стон незамеченных душ валеных. Разлагается незаметно и влечет за собой других, а в итоге мы слышим горький стон незамеченных душ валеных. Жизнь ломала меня и кидала, и шла волна за волной, неожиданно в омут бросала, отдавался я ей с головой. Жизнь ломала меня и кидала, и шла волна за волной, неожиданно в омут бросала, отдавался я ей с головой. Неожиданно в омут бросала, отдавался я ей с головой. Еще одна песня. Эта песня имеет замечательное название. Надеюсь, содержание соответствует названию. Она называется «Лоботряс». Мы все были лоботрясами, а некоторые сейчас еще продолжают, несмотря на возраст, быть лоботрясами.
Поэтому подойди поближе к микрофону. Да. Здесь лучше дадим вот встать, чтобы генерал все вместе услышал. Лоботряс, если кто не знает, я сам не очень знал знакомое понимание этого слова. Это студент-халявщик, который прохладной жизни, скажем так, вольно слушает или желает на удачу все это. Да. Но потом она перекочевала, что как вот такой человек, как она скажет. Внимательно слушайте, хотя не о том пишет совсем. Мне много говорят, что я лоботряс. Этим молвом себя я потряс. С вами я вошел в резонанс, и я вместе с вами, и я один из вас. Мне говорят, что я идиот, а я потрясающий патриот. Мне говорят, что я полный придурок, а ну а я худой недоумок. Мне говорят, что я очень отстал, ну а я еще и не пристал. Родина моя, планета Земля, с небес и гор спустился, и спроса-то-то я. Вся мудрость у Бога вековая, ее понемногу я вынимаю. Мне русский язык я очень люблю, им говорю и даже пою. Этот язык я хорошо знаю, его совершенство всегда постигаю. Всякое племя и народы принимаю, и на планетян я тоже уважаю. На Луне и Марсе я тоже чужой, а на этой планете верю, буду свой. Ой! Из тьмы я пришел, чтобы мир осветить, радужным светом себя раздарить. Я буду с вами вечно чудить, чудить с нами песнями, с вами говорить. Встречаться будем немного в интернете, на кухне и в бане, в натуре на планете. Все ссоры и расы могут выйти из нас, нам поле в ране, как было не раз. Забывка сердца, говорят уста, а в наших сердцах любовь и красота.
верные друзья, верные подруги, жены и мужья. По мере веры, говорил не поступай, разумного держусь, дурмана избегаю. По мере веры, говорил не поступай, разумного держусь, дурмана избегаю. К сожалению, она не попала целиком на записи. Поэтому я прошу тебя, господин Успешный, не уходи. Мы с тебя сейчас запишем под оркестр. Господа, сейчас хочу попросить оркестр Лёня Лонжеро вернуться к своим музыкальным инструментам времен гражданской войны и нэмпа садовского кичмана. Пока они садятся, я хочу немножко сказать про эту песню. Эта песня имеет литературную основу. Написал ее поэт. Я нашел ее текст в литературной энциклопедии 30-го года. Так что это не просто какая-то там садовского кичмана «Бежали два уркана». На самом деле она звучала в оригинале так. Я прочту стихи. «Садовского кичмана» Тургенева романа. Я вычитал прекраснейший стишок, как хорошо стербозы, как свежи были розы, теперь они истерлись порошок. О боже, вот драма, какая панорама, три девочки, глазенки, как миндаль, одна говорит, подгибает, другая поджимает, а третья нажимает на педаль. Вот из этого всего и родилась песня, которую уркаганы переделали. Ее спел великолепно Утесов и другие исполнители. А сейчас мы ее услышим в исполнении замечательного ансамбля Лёня Лонжерон. Дорогие господа, маленький чек вы сейчас сделали, не переживайте. Раз, два, три, меня слышно. Зажал руки на ран, и тут ко мне подходит неизвестный мне граждан. А у нас, говорит, Марсин, такие кабаки, такие там ликеры, такие маники. А там девочки танцуют голые, и дамы сваляют лакеи, но все-таки на там оборы сатаны. Ну, все-таки мы начинаем, и, конечно же, мы продолжим традицию Аркадия Северного в его одесских концертах. Возврат в прошлое, немножко оттуда начнем, времена гражданской войны. Прошу, господа. Бежали два урагана, бежали два урагана до нового. На Сонькиной малине они остановились, они остановились отдохнуть. Один герой гражданский махновец партизанский собрался невидимым, не успел. Он весь в бинтах одетый, его
водкой подогретый, и песенку такую он запел. Товарищ, товарищ, болят таки мои раны, болят таки мои раны, одна будет наливает, другая зачевает, а третья засела в пакет. Холостный кабачок, на сцену выходит пьяный фраер и хочет что-то сделать под блатную музыку. Гром прогремел, заляться я идет. Послушай, Щет, что ты таки хочешь исполнить на блатной манер? Ведь ты же не знаешь, как поют натуральные бандиты. Послушайте сюда, маэстро, пару слов. А ну-ка, музычка. Гром прогремел, заляться идет. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зворами, и что настал критический момент, но заедает темный элемент. Расклади тот начальнички курска, во всех притонах пьют не вины, а отравы, во всем городе убийства и облавы. Они приказ дают идти ва-банк и применить запасный порядок.
идет себе в обход. Губерний розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса перепонут из брака. Еще настал критический момент, а им в ответ даю такой совет. Имейте каплю уважения к этой драме, четыре сбоку ваши нет. Понеси мамы, расклад не то, и номер, и это пройдем. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зврами. Еще настал критический момент, но заедает темный элемент. Гитара Романа Андроника. Спектакля Славкина, которая написана давным-давно, 40-60-е годы, интервенция, значит, существовала всего публикация этого спектакля. Один куплет, гром прогремел, заляться, сидеть и так далее. Потом, когда текст попал в руки Высоцкого, и надо было написать текст для фильма, интервенция, он продолжил замечательно ее написал. Пелкин всегда, как вы знаете, капеллан, которого Высоцкий и учил петь. Ну, как бы не получилось, так, слава Богу, получилось. А сейчас, вот перед следующей песней, всем известная тетя Хая, я хочу вам сказать несколько слов в отношении создания этой песни. Автором ее являются отчасти я, а отчасти народ, русский, великий русский народ, будем так говорить. Дело в том, что я использовал для этой песни известный подстрок Джозеф, который многие знают. Основная мелодия. Припев, почему пела моя покойная мама, это наповский настоящий. Настоящий текст. Добрый день. Ну, потом, когда я написал припев и основной текст, и в одном из ресторанов я вдруг услышал второй куплет, написанный с той же блистательной, я говорю, в аноническом смысле, как и мой текст, но уже музыкантами, видимо. Дальше, уже в эмиграции, в исполнении Гриши Диманта, покойного, я услышал третий куплет, таких вот три куплета. И мне захотелось закончить уже самому эту песню, чтобы, так сказать, с полным основанием претендовать на ее авторство. И я дописал четвертый куплет, как будто это все дело происходит в Нью-Йорке. По Бодворку, Нью-Йорке, Бруклина идет известный Йозеф. И он видит тетю Хаю. Вот сейчас вы услышите этот куплет, впервые звучащий в Санкт-Петербурге. Если мы споем всем знакомым. И вы уже, наверное, поняли, о чем речь идет здесь. Тетя Хая. Ох, Йозель, Йозель, старый такой добрый Йозель, какие есть на свете имена, застрыгли ты с вами.
свою больную мозу. Или до сих пор она в тебе нужна? Ах, Йози, Йози, старый добрый Йози, застыг ли ты таким мозолью? Так лучше, чтоб не знали все, так лучше, чтоб упали все. Выстрелить лишь ножку ты изволен. С добрым утром, тетя Хая, ай-яй-яй, вам посыл из Шанхая, ай-яй-яй. А в посылке три китайца, ой-ой-ой, три китайца, карасю и яйца, ой-ой-ой. С добрым утром, тетя Хая, ай-яй-яй, вам посылка из Шанхая, ай-яй-яй. А в посылке три китайца, ой-ой-ой, три китайца, карасю и яйца, ой-ой-ой. Три китайца, ой-ой-ой, три китайца.
начинается, карась зубляется. Ой-ой-ой, вздор, утро-то такая. Ай-яй-яй, папа, сына и шелкая. Ай-яй-яй, ах, пассина, три китайца. Ой-ой-ой, три китайца, карась зубляется. Ой-ой-ой, вздор, утро-то такая. Ай-яй-яй, папа, сына и шелкая. Ай-яй-яй, ах, пассина, три китайца. Что вы себе думаете, что песня закончена? Вы так не ожидаете, как было сказано детям. Специально для Валерия Южного был автором песен, написан еще один куплет. Он исполнялся в Нью-Йорке, это далеко, я вам не буду говорить. И вот теперь мы уполномочены впервые со сцены в Санкт-Петербурге исполнить вот этот недостающий куплет, который заканчивает историю тёти Хая. И вот наш Йозеф весь теперь в Нью-Йорке. А про этот бич по водку он ходил. Курил он самогрудку из охоты. И сапоги мозу он забыл. Она теперь его не беспокоит. Но одному тереть ведь не с руки. Навстречу тут с кошелкой полной хая. Ее Сергей, а ну-ка, помоги. С добрым утром, тетя Хая. Ай-яй-яй, папа, сынка из Шанхая. Ай-яй-яй, ах, посылки три китайца. Ой-ой-ой, три китайца красили яйца. Ой-ой-ой, с добрым утром, тетя Хая. Ай-яй-яй, папа, сынка из Шанхая. Ай-яй-яй, ах, посылки три китайца. Ой-ой-ой, три китайца красили яйца. Ой-ой-ой, с добрым утром, тетя Хая. Ай-яй-яй, папа, сынка из Шанхая. Ай-яй-яй, ах, посылки три китайца. Помните, в начале нашего вечера я говорил, что мы с паровоза ехали из Одессы сюда. И здесь у нас будет небольшая зарисовочка, которую вы все знаете. Она произошла у нас на паровозе. И надеюсь, у нас поддержит и подпадет, наверное. Песенка называется «На бердичь». А поезд тихо ехал на бердичь. А поезд тихо ехал на бердичь. А поезд тихо ехал, а поезд тихо ха. А поезд тихо ехал на бердичи. А поезд тихо ехал, а поезд тихо ехал. А поезд тихо ехал на бердичи. А у окна стоял чуранчик. А у окна стоял чуранчик. А у окна стоял, а у окна стоял. А у окна стоял чуранчик. А у окна стоял. А у окна стоял, а у окна стоял, да чего раньше? Убери
свой чемоданчик. А ну-ка, убери, а ну-ка, убирай. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери, а ну-ка, убирай. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А я не уберу чемоданчик. А я не уберу чемоданчик. А я не уберу, а я не убираю. А я не уберу чемоданчик. А я не уберу, а я не убираю. А я не уберу чемоданчик. Он выбросил в окно чемоданчик. Он выбросил в окно чемоданчик. Он выбросил в окно, он выбросил в окно. Он выбросил в окно чемоданчик. Он выбросил в окно. Он выбросил в окно. Он выбросил в окно чемоданчик. Попробую сейчас попросить музыкантов ему просто экспромтом подыграть. Ну, что будет? Значит, перед гитарой снова звучит песня «Голова Матря». У меня же было «Горбатом», «Горбатом», «Горбатом». Все. Мне говорят, что я голова матря. Говорят, что я голова матря. Вместе с вами, вместе один из вас.
говорят, что я очень отстал. А думала я еще и не пристала. Thank you.
двор занесенный, снегом белым пушистым. Ты стояла у дверцы голубого такси. У тебя на ресницах серебряные снежинки. Взгляд усталый и нежный. Говори, Армин. У тебя на ресницах серебряные снежинки. Взгляд усталый и нежный. Говори, Армин. Говорю,
И банальных устоев храм
не по трезвому рассуждению предпочту четырем ветрам штормового предупреждения. Каждый пущенный праздно вдох сырость впитывают сетями. Правят вести толпой эпох, недосказанность новостями. А 4 ноября через равные промежутки повторяющийся разряд точно год пролетел за сутки. Мне к тебе, мой вопрос слои всех остаточных наваждений! Но не смею, ведь поздно. Вроде Сашка страдает. Спасибо большое за замечательное исполнение. Но мы тогда в тему и споем что-то грустное, раз уж все загрустили. Вот за счет тебя я полюбил.
какие песни будут? Не знаю, музыкантские, да. Наверное, на полосе неправильной. Когда границу открывались предо мной, какие груды тел я в час официальный и выворачивал по капле. Никто, спорь со мной, я человек упрямый. Такого города на свете не сыскать. Недаром всех его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Недаром всех его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Я родной, никто
сквозь сон. Я человек упрямый. Такого города на свете не сыскать. Не даром всех его зовут отец с мамой. А слово «мама» надо понимать. Не даром всех его зовут отец с мамой. А слово «мама» надо понимать. Сигналы корабля.
Карибов свитер. Всех сразу балунный маску. Само собой. Если брат, то за него. Ручаться можно головой. Там едким дымом от костра. Ребят пропахли из кормовки. Там больше ценится дела. Без слов. Красивые упаковки. С волками жить, по волке выть. Такой закон вообще стоит. О чести, совести забыть. Здесь только сильный выживает. И потому... Когда тоска на сердце беспокойно мутная, бежать нам хочется туда, где свет зари рождает утро. Заехали в Одессу. Я вижу товарища, возник ко мне вопрос. Да, это та пивная, где отдыхали рай, и некто твой отец и сам Костя Мороз. Вот вы спросили, мальчик, кем я работал раньше, я вам отвечу, в морге был сторож-санитар. Уволен прошлым годом, вот стал экскурсоводом. Закончена экскурсия, в гробу я всех видал. Ну это так, отличие. Thank you.
коньяк или со льдом коктейль. Провозглашаю тост за вас, мадмуазель. Мадмуазель, мадмуазель, кружит мне голову Шанель. Кружит мне голову Шанель, мадмуазель. Мадмуазель, мадмуазель, а на дворе стоит апрель. Кружит мне голову апрель, мадмуазель. Звучит пьянящий блюз, пустились рестораны, и вроде бы не пил, а в голове туман. Я приглашаю вас в свой номер, гранд-отель, швейцар! Прошу подать манто, мадмуазель. Мадмуазель, мадмуазель, кружит мне голову Шанель. Кружит мне голову Шанель, мадмуазель. Мадемуазель, мадемуазель, кружит мне голову Шанель. Кружит мне голову Шанель, мадемуазель. Промчалась ночь, как миг, забрежил светари. На улице давно погасли фонари. За близости часы я благодарен вам. Так значит, ровно в три я буду ждать, мадам. Шершерапам, шершерапам, меня приняли вы, мадам. Меня приняли вы, мадам, шершерапам. Шершерапам, шершерапам, меня приняли вы, мадам. Меня приняли вы, мадам, шершерапам. Шершерапам, шершерапам, меня приняли вы, мадам. Шерепам, шерепам, меня приняли вы, мадам. Но я всегда спешил, мадам, в объятиях, да, вот так, мадам. Но я всегда спешил, мадам, в объятиях, да. Погода Невская сырая, накинув куртку на ходу, из дома к первому трамваю я третьей линии иду. Дымок горячей сигареты относит ветром на меня, на Васькин остров бабье лето. Пришел с началом сентября, на Васькин остров бабье лето. Пришел с началом сентября. Идет трамвай, стучат колеса, перебирая каждый стык. Сосед напротив клюнул носом, а я к бессоннице привык. Забрежил белый луч рассвета, встает над Питером заря. Мне улыбнулось бабье лето в шикарном платье сентября. Мне улыбнулось бабье лето в шикарном платье сентября. Трамвай на колее разбитый,
качает, как всегда. Нева, мост лейтенанта Шмидта, дворец на площади труда. Кондуктор продает билеты, улыбки гражданам даря. Зашло на Питер бабье лето, на паутинках сентября зашло на Питер бабье лето. На паутинках сентября я выхожу на остановку, через мостки спешу в метро. Плащи мелькают ветровки, промчалось пыркое Рено. С утра хорошая примета — увидеть в зеркале себя. Мне улыбнулось бабье лето, прозрачно платье сентября. Мне улыбнулось бабье лето, прозрачно платье. Который сейчас выйдет на сцену. Ну, давай, давай. Барон фон Эргард Валерий. И, конечно, первая песня, посвященная Аркадию Северному. Мое первое впечатление, такое самое богатое от русского шансона, это именно Аркадий Северный. И вот я когда-то посвятил ему песню. Мне этот голос жизнь перевернул, его не спутать ни с каким другим. Мир новых песен двери распахнул, и я обрел себя, соприкоснувшись с ним. В чужих краях, где счастье искал, или в суде на горестной скале, своей песней жить и выжить помогал Аркадий Северный, российский шансонье. Когда тоска ночная душу рвет, когда уже не мил весь белый свет, со старой пленки снова Северный поет. Из давней юности мне шлет он свой привет. В чужих краях, где счастье искал, или в суде на горестной скамье, своей песней жить и выжить помогал Аркадий Северный, российский шансонье. И где бы ни был прерван мой полет, я только об одном судьбу молю: пусть мне Аркадий Северный споет, и мой сил последних подпою. Прошлое не воротится и не поможет слезам. Поцеловать мне хочется точки твоей глаза. В чужих краях, где счастье искал, или в суде на горестной скамье, своей песней жить и выжить помогал Аркадий Северный, российский шансонье. В чужих краях, где счастье искал, или в судьбе на горестной скамье, своей песней жить и выжить помогал Аркадий Северный, российский шансонье. Спасибо Павлу Столбову, человеку, который мне подарил, ну, скажем так, познакомил с одной из песен гитарных
Аркадия Северного, это харьковская танго. Ну и там было всего два куплета, и он меня попросил, чтобы я еще один куплет придумал. И вот третий куплет, это я придумал, этому харьковскому танго. Так что, песня «Харьковская танго». Снова дождь над Харьковом идет проливной. Снова вспоминаю этот угол Сумской. Снова пою, снова грущу. Снова, как прежде, люблю. Нина, Нина, посмотри на мой портрет. Помни, Нина, что дружбы смерти нет. Нина, Нина, посмотри на мой портрет. Помни, Нина, что дружбы смерти нет. Нина, мы с тобой встречались ранней весной. Поздней порой я провожал тебя домой. И сквозь годы помню всегда, как ты сказала мне да. Нина, Нина, ты за все меня прости. Помни, Нина, от тебя мне не уйти. Нина, Нина, ты за все меня прости. Помни, Нина, от тебя мне не уйти. Верю, что когда-нибудь мы встретимся вновь. Верю, что снова вспыхнет наша любовь. Ты как тогда скажешь мне да. И в этот раз навсегда. Нина, Нина, в мире нет тебя родней. Помни, Нина, ты всегда в душе моей. Нина, Нина, в мире нет тебя родней. Помни, Нина, ты всегда в душе моей. Снова дождь над Харьковом идет проливной. Снова вспоминаю этот угол Сумской. Снова пою, снова грущу. Снова, как прежде, люблю. Нина, Нина, посмотри на мой портрет. Помни, Нина, что дружбы смерти нет. Нина, Нина, посмотри на мой портрет. Помни, Нина, без тебя мне жизни нет. А сумерки ложатся нынче рано, и первый снег багульник серебрит. Тайга большая, только места мало. Как в ночи, так душа сильней болит. А луна глядит на волка одиноко, и он остался на земле один. А волчья доля так порой жестока, хоть нет на это видимых причин. Над уснувшей тайгой лунный свет, волк один на один с луной
пропел. Он ей песню запел про любовь, но песни его стынет кровь. Волк ей поет про то, как вел он стаю по сопке вниз, как псов и берег. Флажки в распадке красной мелькали, а он все гнал быстрей, быстрей, быстрей. Когда затихли лайны с картечью, бедою навалилась тишина. Нутром почуял серый запах смерти, в распадке то вся стая полегла. Над уснувшей тайной лунный свет волк один на один с луной много лет. Он ей песню запел про любовь, но песни его стынет кровь. Еще он пел, как на исходе ночи пронесся серой тенью мимо хат. И как за ним догонку, что из мочи метнулась свора лающих собак. И он их вел, когда-то стаю. Луна дрожала в зеркале реки. Распадки бег замедлил, догоняют. И развернулся, щелкнули клыки. Вожак стоял, как призрак павшей стаи, но нет флажков и некому стрелять. А первый снег от алой крови тает, и он сюда пришел не умирать. Взял пса легко, навскид под горло снизу, лай приутих, второй в крови хрипел. Рванув вперед, луна толкала в спину, а делать свое дело он умел. Над уснувшей тайгой лунный свет волк один на один с луной много лет. Он ей песню завывел про любовь, про волчицу волчат и отмщенную кровь. Над уснувшей тайгой лунный свет в дальних сопках теряется серого след. Вглубь тайги уводила подруга луна от флажков, егерей до собак навсегда. Спасибо! Господа, немножко отдохнем, минут 10. А потом будет второе отделение, еще более сильное, поэтому не расходитесь. У нас вот припасены... Это действительно даже не по колено, а вот примерно вот так, потому что реально памятник вот старый, вы, наверное, помните, господа, он был вот практически по макушку засыпан. Его откапывали москвичи, мы с Андреем Геннадьевичем Игнатьевым. Кстати, вот он здесь присутствует. Мы с Андреем Геннадьевичем уже пришли, считайте, на готовые. Но он все равно говорит, твой северный, он был никто звать никак, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое. Его сожгли в крематории. Но почему, если даже это по современным меркам правда... Миша, а хули вы все пришли тогда сюда? Ну вот, если даже это по современным меркам правда, у него были песни, из которых попурри я вам сейчас исполню. Первая песня на стихи Евгения Евтушенко. Достойно главное, достойно любые встречи времена, каждая эпоха, то застойка, то уполномочена до дна. Страх перед временем, падение на трусость душу.
прошу не подрать, но приготовь себя потерям. Всего, что страшно потерять, достойно главное, достойно, чтобы расставать лишь щедро не довели тебя до стойла. И не заткнули сеном рота, не довели тебя до стойла. И не заткнули сеном рота. Но если все переломалось, как невозможно так предположить, скажи себе такую малость, и это можно пережить. Скажи себе такую малость, и это можно пережить. Я все чаще вижу начащий, загорающий солнце свет. Равенство есть у лежащих, у живущих равенства нет. Кто на Волге, а кто-то в трамвае, кто-то в чайке, а кто-то пешком. Сам Господь не всегда вспоминает, что кому предназначен потом. Кто-то в кресле, а кто-то у стойки, посетителя тянет пятак. Кто-то в жизни жестокий и стойкий, а кому-то сойдет вода. Кто-то водку из горлышка глушит, в хрустале кто-то хлещет коньяк. Жизнь кого-то сломает и сушит, а бывает, что друг будто враг. Кто-то сдохнет тоскливым собой и газет не стану писать. Эх, мол, постигло великое горе, если мать только будет страдать. Всех дожжет похоронные звоны, этот звон может всех породнить. Но где-то памятник весом затону, где-то крестик убогий торчит. Я запутался в жизненной гуще и не зрение нужно на свет. Равенства нету живущих, у лежащих равенства нет. Я все чаще вижу начащий, догорающий солнце свет. Равенства нету лежащих, у живущих равенства нет. Ну что, ребята, друзья? Поехали! Готовы к озорным куплетам? Да! И мы так и сейчас вам что-нибудь сделаем. Давайте немножко взбодримся. Опа! Холера, водись! Thank you.
детской тату на лончероне. Чтоб паровоз купил большой себе на сдачу.
Thank you.
Все, давай, сейчас.